Добрый день! Рады приветствовать вас на нашем Каменском станкостроительном заводе. Сегодня на видео мы хотим продемонстрировать работу пятиосевого станка серии СМ-1777 по работе с камнем. Данный станок имеет размер рабочего поля 1,5 на 3 метра и ход по СЗ 700 мм. Установлен шпиндель мощностью 7,5 кВт воздушного охлаждения. По линейным осям установлены сервоприводы с планетарными редукторами, что обеспечивает высокую скорость и жесткость станка. Все направляющие закрыты гофрозащитой. Установлена централизованная система смазки по направляющим и винтам ШВП. Данный станок является пятиосевым. Он имеет 3 линейные оси X, Y и Z. Также 2 поворотные оси, ось C и ось B. Данная конфигурация станка позволяет обрабатывать сложные рельефы, формы, модели с отрицательными углами. Его можно использовать для производства художественной резьбы, то есть каких-то скульптур, сложных элементов, также для модельной оснастки. Диапазон поворотных осей по оси С он может вращаться 360 градусов в одну сторону и 360 градусов в другую сторону. Наклон шпинделя составляет плюс-минус 100 градусов, то есть 100 градусов в одну сторону и 100 градусов в другую сторону. Ход по линейным осям составляет 1,5 метра по оси X, 3 метра по оси Y и 700 мм по оси Z.